Великий пост – самый продолжительный и строгий в православном календаре. Верующие люди в эти 7 недель ограничивают употребление некоторых продуктов и делают свой стол более скромным. Отказываются от изысканных, пусть даже постных блюд, чтобы научиться преодолевать земные соблазны. В Великом посту устражаются, так скажем, дни. Это среда, пятница и, по некоторым традициям, понедельник, и суббота-воскресенье немного послабляется пост. В субботу и воскресенье, если мы говорим о гастрономическом посте, то благословляется вкушение масла и так называемые морепродукты. Это мидии, это кальмары и прочие нерыбные продукты. По мнению священнослужителей, такое смирение плоти должно быть только фоном для духовного очищения. Ограничение в еде – это не цель, а средство для телесного и духовного очищения. Смысл поста – это покаяние. Сделать удобные условия для воспарения души, ну, как так скажем, из бренного тела, возвышение над бренным телом. Может быть, даже и возвышение самого тела, но вот в небеса чистоты. Поэтому Великий пост некоторыми святыми отцами назван как весна души. Святые отцы рекомендуют подходить к соблюдению поста разумно. Продолжительное ограничение в еде может выдержать только физически крепкий и здоровый человек. Если есть медицинские противопоказания, то лучше посоветоваться со священником, который разъяснит, как в этом случае правильно соблюдать пост. Закончится Великий пост накануне Пасхи, 18 апреля. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.